Квебек привлекает внимание майнеров. Канадская провинция имеет благоприятные условия для сферы инноваций. Здесь холодная зима и расположен один из крупнейших поставщиков гидроэнергетики в мире – Hydro-Québec, предоставляющий недорогую электроэнергию. Этими возможностями уже заинтересовались крупнейшие майнинговые пулы Китая. Вице-президент отдела по работе с клиентами Hydro-Québec Эрик Филлион говорит: «С нами уже связывается немало крупных компаний, потребление электроэнергии которых составляет от 5 до нескольких сотен мегаватт.